Луковицы тюльпанов. Знаете ли вы, что было время, когда один тюльпан стоил целое состояние? В 16 веке тюльпаны были завезены в Голландию из Турции. В те времена они были диковинкой, показателем социального статуса. Тогда же началось повальное увлечение тюльпанами. Сами луковицы не продавали, продавалось право собственности на них. Невероятно, но ценность этих бумаг тогда могла достигать 1000 флоринов. К счастью, это было давно, а сегодня вырастить тюльпан по карману любому. Но каковы секреты мастерства? Луковицы тюльпанов высаживают на глубину, втрое превышающую высоту луковицы. Обратите внимание, луковицы сажают острым концом вверх. Тюльпаны любят солнце или полутень, и расстояние между луковицами должно быть около 1,5 сантиметров. После посадки уплотните почву. Затем луковицы нужно полить. Если погода засушлива долгое время, то полив требуется повторить. Луковицы тюльпанов высаживают с сентября по декабрь. Можно посадить только один сорт. Смотрите, у меня гости. Привет! Итак, можно высадить на клумбу один сорт, а можно засадить ее разными сортами. Смешать на клумбе ранние, средние и поздние сорта тюльпанов. Этот прием обеспечит долгое цветение клумбы. Красота гарантирована. Здорово, правда? Как в старые добрые времена. Могу дать вам еще два совета. Первое. Если вы хотите создать в саду разноцветную палитру тюльпанов, насыпьте в емкость луковицы разных сортов. Перемешайте, а затем высадите в произвольном порядке. Красота весной вам обеспечена. Второе. Скажите, что общего у тюльпанов с итальянской кухней? Это связано с лазаньей. Метод лазаньи – это способ высадки тюльпанов и в грунт, и в горшки. В чем он заключается? Луковицы нужно буквально слоями выкладывать в почву. Если вы правильно подберете сорта, они будут всходить друг за другом, и весной вы будете наслаждаться огромной цветочной лазаньей. Это красиво. За более подробной информацией обращайтесь на сайт www.bulb.com. Вот зачем вы это делаете. Полюбуйтесь на эти прекрасные тюльпаны.